один из ней с улыбкой на губе, в широком, как шаланда, экипаже. Далей бы не последнего из граждан доехал лося, ничего себе. В горошек киса стиснула кадык, манжеты только утром, как от прачки. Лейб Маркович почувствовал задых и слабость в членах, как во время качки. Лейб Маркович, почту себе за честь поздравить вашу дочь с ангажементом, поскольку ей в тугие косы вплесть Сэмэн решился свадебную ленту. Все знают, Броха хочет жить семьей, за это вся Одесса говорит стихами. Ей будет контрабандное белье свое, так как насчет устроить нам лыхаем? Моя контора на себя берет расходы все в размере половины, а ежели вам чего не достает, то, боже мой, имейте разговор со мной, как с сыном. Но Оська не закончил пару слов, зато какая ждет Сэменом Броху слава. Как сухогруз тоннажем в 6 пудов закрыл все выходы и входы в эту гавань. Вы все налетчики, и я вас не люблю. Она сама себе не знает, что ей делать. Ты слышишь, Лейб, я им не постелю, чтоб эта банда нас потом имела. Запахло в доме грозовым дождем, и Оська так сказал: мадам Ревека, ну что вы расшумелись, как паром? Я не прошусь к вам на закорки через реку. Ну что вы расшумелись, как паром? Я не прошусь к вам на закорки через реку. Я этот туз не в темную стою, меня ваш гонор не совсем понятен. Жиды на все недельный срок даю, фату вам принесут совместно с платьем. Через неделю Ребе Израиль венчал Сэмэна с Брохой в синагоге. В Одессе в этот день был полный штиль, налетчики отплясывали ноги. Лейб Маркович нажрался, как свинья, Ревека тут же отдалась под суматоху. Жить начала счастливая семья. Сэмэн избил до полусмерти Броху.